еще поговорим. Твои страшные истории рассказывай. Да тихо домой, я спать хочу. Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Да, все готово, Бонни. И пироженки готовы. И пироженки готовы. И сладкий чаечек. И сладкий чаечек. Все как ты любишь. У Фрэнни! Аня, ты всех позвал? И всех позвал, да. Все уже ждут тебя одного. Пришлось за тобой ехать. Ох, Фрэнни, вот ты прям настоящий друг. Круто! Ладно, погнали. Фрэнни, смотри. Чё смотри? Куда смотри? Смотри, Фрэнни. Да чё ты там увидел? Вечно ты какой-то мусор собираешь. Да никакой это не мусор, смотри. Ля! Смотри, какая куколка хорошая! Давай подкинул кто-нибудь! Не трогай ее, это мусор! Давай занесем! Это будет тебе подарок! Да не надо мне такого подарка! Какая-то поломанная кукла! А ты вечно в дом тянешь! Ну, Фрэнни, смотри, какая она классная! Давай возьмем! Нет, я не разрешаю! А я возьму! Вот, а я тебе подарю ее. Мужик, ты достал? Вечно ходит у нас по дому. Ага, не трогай куклу. Ну, Фрэнни, пожалуйста. Капец, Бонни. Ну, ладно. Куда-нибудь ее засунь, чтобы я ее не видел. Хорошо, Фрэнни, ага, хорошо. Взял? Да, взял. Ну, пошли уже пить чай с твоими пирожными. Ага, пошли. Какая куколка красивая! Ребята, привет! Здорово, Бонни! Привет, Бонни! Бонни, здорово! А что это у тебя такое? Смотрите, ребят! Смотри, Фрэнка, что я нашел! А что это такое? Вы что не видите? Это куколка, смотрите! Валялась у Фрэнни под воротами! Какая она страшная! Выкинь ее, Бонни! Что я буду выкидывать? Это Фрэнни подарок! Какая-то она странная, Бонни! Еще не странная, это вы странные! Вот тут сейчас я ее посажу, и пусть себе сидит красивенько! Все, вот тут и сиди! Мне она тут не нравится, Бонни! Да посмотри, какая красивая! И сразу интерьер у тебя стал хороший! Дурацкая кукла какая-то! Посадил на самом видном месте! Ребята! Пирожный! Где пирожный? Да вон пирожный, Бонни! Вон и чай! Все тебя уже ждут! Ага! Давайте чай пить! Ага! Давайте уже чай пить! Капец! Я так пирожный люблю! Где пирожный? О! Вот пирожные мои! Ну, пирожные просто обалденные! Вообще, такие вкусные! Конечно, Бонни, вкусные пирожные! Еще бы, они были невкусные! Вообще, какой! Давно так вкусненько не кушал! Ну что, ребят, уже поздно! Пора укладываться! Ага, Фрэнни, чёрт, я сплю на втором! А мне все равно, где спать, Фрэнни. Так, ладно, ребят. Фредка, ребят, пошлите, я вас размещу. Ага, хорошо. Пойдем, Фрэнни, пойдем. Пойдемте, ребят. Не понял. Что случилось? А что такое? А кто куклу трогал? Я не трогал, я печенье кушал. Я тоже не трогала. Странно. Бонни, ты же ее садил. Да, садил. А теперь она стоит.
Никто ее не трогал? Я не трогал. Я тоже не трогал. Очень странно. Может, я ее так поставил? Нет, Бонни, я видел, ты ее посадил. Очень подозрительная кукла. Давайте я ее выкину. Фредди, ну не надо, это же мой подарок. Нет, я ее все-таки выкину, эту куклу. Фредди, ну не выкидывай. Нет, выкину и все. Она мне не нравится. Капец. Сейчас, ребят, подождите, я ее выкину. Эту дурацкую куклу. Вот тут пусть полежит. Капец, такая куколка классная. Пусть там полежит себе. Все, погнали спать, ребят. Ну что вы выперлись, холодина-то. Точно, ага. Ну погнали, ребята, погнали спать. Ага, погнали, погнали, Фредди. Так. Давайте, девочки, сюда. Так. Бэби и Балора, вы сюда. Ага, хорошо. Так, вы тут ложитесь. Бонни, ты будешь спать в моей комнате. Хорошо, Фредди, это круто. А Фредбер и я будем спать вот здесь. Хорошо, Фредди. Все, ребят, всем спокойной ночи. Ага, спокойной ночи. Как же я люблю Фредди ночевать. Так круто, мне так нравится. Спишь, Фоксарик? Да сплю я, Бонни, тихо. Эх, мы еще поговорим. Мои страшные истории рассказывать. Да тихо, Бонни, я спать хочу. Пойду водички попью. Что там за шум был на кухне? Подозрительно как-то. Может мне показалось, не знаю. Сейчас глянем, что там за шум был. О, сока попью. О, все. А! Что такое? Что такое? Как она тут появилась? Я же выкинул ее. Или не выкинул, или мне показалось. Ой, ладно, завтра утром разберусь. Но мне кажется, я выкинул эту куклу. Кошмар приснился ночью. Я в шоке. Мне тоже. Мне эта кукла всю ночь снилась. Капец, мне тоже. Хорошо, что ты ее выкинул. Ага, действительно хорошо. Фредди, смотри. Что такое, Бонни?
Ты ж выкинул вчера эту куклу! Да! Да, я же ее выкинул вчера! Откуда она здесь взялась? Мамочка! Она мне не нравится, надо ее выкинуть! Фредди, выкинь еще раз ее! Да сам выкинь, я уже не хочу ее брать! Капец!